Ты погляди, что я нашел! Эта скрижаль подтверждает, что таинственный сад чудес, где обитают диковинные звери, действительно существует. Профессор Шонко. Что? Францотти! Вы же знаете мои методы. Вы гоняетесь за разными артефактами, а потом прихожу я и забираю все себе. Профессор! Во время экспедиции пропадает ученый. Мелоди, Майк, у меня к вам срочное дело. Меня зовут Роба, я персональный ассистент профессора Шонко. Помедленней! Команда отправляется на поиски. Хорошо, что ваш отец оставил подсказки, которые помогут нам его отыскать. Я верю, что мы найдем папу. Каждая новая подсказка – новое приключение. С неожиданными поворотами. Куда ведет этот мост? Это потайная дверь. Профессор, смотрите, это сапоги летуны. Вот это да! И новыми открытиями. Уиллард был прав, это и вправду сад чудес. Ой-ой, тут бычок. Там Минотавр. Ух ты, единорожка. Что? Нет! Профессор Шонко, как всегда, рад вас видеть. Мы найдем вашего отца! «На край света» в поисках единорога в кинотеатрах с 8 ноября.